Конничева. Солдат 76. Брутальнейший матч с отполированным до блеска стволом, наводящий страх и ужас одним своим появлением, причем у обеих сторон. Уже затихли горячие, знойные, сладкие споры по поводу того, у кого ярче макияж клапана. Точнее о том, насколько солдат активен, но многие все же научились прикрывать тылы. Но не будем о грустном. Моя недавно приобретенная склонность к парадоксальному мышлению предлагает не сосредотачивать много внимания на прелестивых долюбовных сюжетах про зацикленные развратные движения. Поэтому без серьезных повреждений совести перейду сразу к технике вскрытия культурного слоя и поведаю сказ про скиллы. Основное оружие – теплая, твердая, дреноподобная винтовка, очень простая в использовании. Для овладения ею даже не нужно постигать тонкое искусство анализа. Лучше всего шотить короткими очередями, чтобы повысить точность и аннигилировать противника прямо в лицо. Ракетный удар дает возможность ощутить врагам абсолютное первобытное подчинение настоящему самцу. Скилл потенциально опасен на ближней дистанции для противных противников типа ковбоя, позволяет их контролировать и доминировать над ними, и при удачном использовании поднимает художественное оформление бровей, в смысле самооценку. Солдат 76 может резко ускорить бег, что доказывает его активный образ жизни и, скорее всего, то, что эти штанишки не натирают ножки. Биотическое поле, или если переводить на старославянский, хилка. Плавным нежным нажатием на букву У восполняем количество утраченных в тугих боях пикселей у себя и своих друзьяшек. И, наконец, ульта. Тактический визор активируется от активации, неукротимый ствол виляет из стороны в сторону, и наш жеребец отправляет табунами кобылок на дезактивацию. Проще говоря, нажмите левую кнопку мыши, чтобы выиграть, у меня все, я кончил. We'll be right back.